Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим на модель HTC One Mini. Модель черного цвета, как видите, достаточно тонкий, всего 9,3 мм. Корпус выполнен из цельного куска металла. В руке лежит удобно. Точная копия старшей модели HTC One. Модель имеет три механические кнопки. Включить-выключить. И две на правом торце регулировки громкости, больше-меньше. Выключается телефон длительным нажатием верхней кнопки. Появляется контекстное меню, в котором мы можем выбрать интересующий наш режим. Включается аналогичным образом. Несомненными плюсами является наличие двух стереодинамиков сверху и внизу на передней части телефона. 4-ультрапиксельная камера, которая позволяет делать отличные снимки при слабом освещении за счет широкой диафрагмы 2.0. Корректный баланс белого. Хороший 4,3-дюймовый IPS-экран с HD разрешением. С хорошими углами обзора, контрастностью и яркими сочными цветами. Покрыт защитным стеклом Gorilla Glass. К недостаткам можно отнести не самую емкую батарею 1800 мАч. При средней нагрузке на день точно хватит. Но если любите поиграть, берите зарядку с собой. Процессора хватит для большинства повседневных игр. Но для современных игр может не хватить.